Сотни борцов вольного стиля практически всех спортшкол Махачкалы приняли участие в первенстве столицы республики, которое проходило с 9 по 11 января в спорткомплексе имени Гайдарбека Гайдарбекова. В церемонии открытия приняли участие депутат Народного собрания Дагестана, призер Олимпийских игр Магомедхан Арацилов, заместитель главы администрации Махачкалы Курбан Курбанов, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов и другие. Соревнования посвящены памяти государственного и общественного деятеля Гамида Гамидова. Он был первым президентом Федерации спортивной борьбы Новой России. Очень сложные 90-е годы начала. Ни денег, ничего нет. Вот сегодняшние даже наши успехи, вот начало его, он очень активно помогал. Согласно положению соревнований, первенство проводилось среди юниоров 1999 и 2000 годов рождения. Сильнейших определяли в 11 весовых категориях. Борцы, вошедшие в первую пятерку, примут участие в первенстве Дагестана, которое состоится на следующей неделе в Хасавюрте. Соревнования, честно сказать, проходят на хорошем уровне. Главное, спасибо хотел сказать судейскому корпусу. Тоже хорошо, очень хорошо работает. У нас ни одного инцидента не было серьезного, чтобы не разобрались. И в дальнейшем тоже я надеюсь, что хорошо будет проходить. Так, в принципе, пару случаев было, но такие незначительные. В общем, нормально все проходит. Тренер спортшколы имени Али Алиева Гаджи Шихшанатова отметил высокий потенциал молодых борцов вольного стиля. Я представляю школу имени Али Алиева. Мы традиционно неплохо боремся и одну из лидирующих позиций занимаем в городе. Вчера были финалисты, и сегодня рассчитываем на них. Ждем хороших результатов. Уровень самого турнира, самих соревнований достаточно высокий, потому что здесь достаточно серьезные задачи ставят и тренера, и спортсмены. Надо отбираться на республику и поэтапно уже зональное первенство России, первенство России. Поэтому турнир, хорошие схватки наблюдаются, можно смотреть. И для зрителей интересно, сегодня вот переполненный зал у нас, прекрасный зал. Очень много родителей, тренеров, представителей, гостей. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, Новости 24, Махачкала.